Всем я, с вами Илья, вы на канале Games. Я, конечно, за сегодня записывал уже видео, но я решил еще одно видео записать. И сегодня я вам покажу такое приложение, связанное с Бравлом. Называется оно BS Wallpaper. Это центральное такое приложение. Вот вы, наверное, сейчас смотрите на мой экран и думаете, а что это у меня на заднем фоне? Сейчас я вам покажу. И ту-ту-ту. Это вот такой вот обой. Это благодаря вот этому приложению. Сейчас я вам покажу его. Сейчас загрузится. Так, вот это тут обои можно выбирать. И сейчас я вам покажу, как их поставить. Смотрите, выбирайте, например, с вольтом. И вы выбрали, допустим, вот такой вот обой. Ой. Нажимайте на третий значок внизу. Нажимайте Crop Wallpaper. Выбирайте, как он будет. Ну, будет ли он вообще помещаться. В общем, вот так вот. Ой. Потом нажимаем Apply Wallpaper и нажимаем на последнее. Так. Ой. И все готово. Ладно, сейчас я опять зайду в это приложение, только поставлю опять тот же обой, который был у меня. Так. Где это Биби? Ага, вот. Так, заходим сюда. Так. Сейчас. Так. Кстати, вы, если вам не интересно, можете просто вперед проскипать. Так. Все, опять готово. Опять то же, что и было. Сейчас я вам покажу, короче, какие тут обои есть. Кстати, вот. Так, куча, просто куча. Их тут целая гора. Этих обоев, их тут вообще завались. Вот. Короче, их тут много. Но здесь вот больше всех обоев. Вот 118. Вот только тут даже есть вот такой вот обой. Если вы не знали, кстати, кто это Каджу. Если что, его добавят в обычный Бравл в августе, после Вольта. Если вы не знали. Вот. Короче, их тут реально много. Ладно. Вот тут их вообще целое количество. Очень много. Если вы хотите, можете его закачать и посмотреть. Вообще, может быть, что... Ну, можете что-то присмотреть, может что-то поставите. Ладно, а на этом мы будем заканчивать видео. Йо. Так, какая-то фигня. Всем пока.